Ну, как Хорватия. Пляжик. Идем дальше. Ой, лаванда везде. Лаванда и розмарин. Это кусты розмарина. Тоже очень пахнут. Целая аллея розмариновая. Бар на пляже. Дело тут, но поэтому людей здесь нет. А вообще вот такой здесь водопад. Режет от водопада идет. Ой, пляжик. Идем дальше. Территория большая отеля. Целый парк. Ну что ж там, вот тобой. Такой паровозик катает по территории всех желающих. Поехали, ребята. Тоже пляж. Такая водичка в Хорватии. Чистенькая. И очень теплая. В этом сезоне очень жарко. И те, кто любит солнышко, можно лежать на шезлонге, на песочке. Кто не любит солнышко, можно прятаться под сосной. Такая водичка. Какая красота, ребята, это Шибеник, это пляж отеля Иван. Солнышко уже садится, уже не жарко. Ой, песочек такой мелкая, мелкая галечка, легко заходить. Вода теплая, насколько у меня воспоминания о Хорватии в Макарской ривьере, я все время заходила как в бассейн. Для меня была вода холодная. Здесь кайф. Можете вы сидеть? Вот могут вам так вино наливать. Море. Вот такие виды. Спокойненько. Солнышко садится.
садиться. Еще много хорватов. Местные отдыхают. Сказали, что в период ковидный было очень много с Испании, с Португалии, с Кубы туристов. Хорватия. А в этом сезоне местные. Остановка, деток забирают. Это бар. Вот пляж. Здесь можно перекусывать. Как в центре города. Лаванда. О, красота. Дышится хорошо. Уже вечером такое солнышко нежное. Уже отель Юра. Вот вход в Юру. Зона бассейна. И такой замечательный пляж. Розмарина стоит. Запах моря, запах розмарина. Прямо в воде. Прикольно. Чтобы зайти на кресло, нужно идти босичком. Невероятно. Прикольно. Посмотрите на эту красоту. Класс! Ой, я так люблю, когда на курорте все расслабляются, все улыбаются, все счастливы. Вот такие пинг.
все домики заняты, да, нет мест. Мне надо бронировать с января месяца. Все занято. Сидят на море с венцом, смотрят на море. Поймали. Класс. Класс. Солнышко садится. Папагаева это надали, Вероника? Дали, але. Все с вином. Тоже кемпинг приезжают и так отдыхают, живут в своих домах на колесах. Стол, стульчики, сушилка. Виды, море. Вот. Следующий домик на колесах. Воздух, не надышишься. Вот. Бассейн. Класс. Ну что ты скажешь, ребята? Смотрите, красота. Отели не нужны, здесь просто нужно море. Ага. Сушилка. Здесь люди живут на своих яхтах.